менее часа назад, пока еще президент Игорь Дадон заявил в программе Георгия Гонца, начиная с 24 декабря вся ответственность за то, что происходит в стране, включая правительство и парламент, лежит на новом президенте Майе Санду. Вопрос ко всем. А мы больше не являемся парламентской республикой, где, в принципе, важно, кто держит большинство, кто назначает правительство, или что-то поменялось? Начнем с вас, господин Боля. Скажите, пожалуйста, кто предлагает кандидата на занятие должности премьер-министра? Парламент или президент страны? Если я не ошибаюсь, то Конституция говорит о том, что президент страны предлагает... После консультации со всеми партиями, но при этом, если есть 51 страны, человек, подписавшийся под кандидатурой, человек, обязан президент назначить? А у нас есть 51 человек, большинство. Но которые... президент не отправляет в отставку. Президент принимает эту отставку. Но не отправляет. И президент распускает парламент, если я не ошибаюсь, господин Антой. Поэтому соглашусь с тем, что сказал президент Игорь Дадон. О том, это означает, что социалисты умывают руки, правительство КИКу больше нет, не несет ответственности? Нет, социалисты не умывают руку. Я хочу сказать о том, что поведение госпожи Майи Санду и фракции, которая поддерживает ее в парламенте, да, фракции ПАС, оно непонятное. Почему? Потому что после 24 числа Майя Санду становится, скажем так, одним из столбов власти и должна себя таким же образом вести, а не будучи во власти, пытаться играть великого оппозиционера или Анжелу Дэвис, да, в этом смысле. Поэтому один из столпов власти это должны... одно, а несет всю ответственность, это совершенно другое. Я хочу узнать... Президент страны должен нести ответственность за все, что творится и за все, что происходит в этой стране. Имея при этом очень много рычагов, имея при этом целую фракцию в парламенте, имея при этом соответствующие полномочия, которые расписаны в Конституции, имея при этом из того, что мы видим, определенное большинство в Конституционном суде и прочие вещи. Приятен во мулцумим, конец привит. Инко дат во время тезка, но и таримулт. Контемпе житорл востро, каса крештим, ачес канал Ютуб, де че путец вабонац я та ич. Ярмай мулт видеоор, челе май буни эмиссион, челе май индепенденте штир, ле путец урмари кяра ич. Вам пупат, шо не видим, ин фарте скор темпе.